Здравствуйте. Не знаю, с чего начать. Я первый раз выкладываю это видео. Моему сыну диагностировали аутизм. Ему 2,4. И как любая мама, я начала искать любые способы, чтобы от этого избавиться. Мы обратились к психиатрам. К одному, ко второму, и они сказали, да, это аутизм. Мы сначала не обращали внимания на его поведение, движение. Мне казалось, что это обычный ребенок, и так должно быть. Но когда сказали, я начала обращать внимание и поняла, что правда, так оно и есть, хотя я изначально это все отрицала. И когда копалась в интернете, я наткнулась на такое же видео мамочки, которая рассказывала, что у нее, у сына диагностировали аутизм, и он полностью исцелился. Я просматривала все видео, и в этот же день нашла сайт Давида. Я ему позвонила, мы с ним поговорили. Мой сын тоже его увидел, улыбался ему. И после этого мы даже начали ходить на развивающие занятия. За неделю, даже за 2 недели у нас произошли изменения. Мне сын стал постоянно смотреть в глаза. Он смотрит в глаза, как будто вот постоянно смотрит мне в глаза. Последнее время начал, даже вот я на кухне стою, кричу, подойди ко мне, и он прибегает. У нас, правда, проблемы с указательными движениями, чтобы пальчиком показывал, но вот сегодня меня это очень сильно приятно удивило. Я разогревала ему компот в микроволновке. И когда она запищала, он подбежал ко мне и начал пальчиком тыкать, что вот тут запищало. Меня это радует. За последнее время, за вот эту неделю, другую, сын, у нас еще двойня, близняшки еще родились. И сначала он на них никак не реагировал, проходил мимо, не хотел их ни трогать, даже смотреть на них не хотел. Сейчас, когда девчонки лежат там, плачут или просто лежат на диване, он подходит и дает им соски. Это приятно. И вот пару дней назад он даже начал их трогать, гладить за ножку, за ручку может потрогать. Вот такие вот изменения произошли. Меня это радует. Я надеюсь, что мой сын полностью избавится от аутизма и будет обычным мальчиком. Спасибо, Давид.